Одним из поводов для посещения поселения Володарского стал визит в местную амбулаторию. Здесь глава вручил медикам юбилейные медали, выпущенные к 90-летию Ленинского района. Врачам было приятно внимание, обращенное к ним. Я очень рада, что меня, как говорится, заметили. Я вообще люблю свою профессию. Я вот и внука настроила на это. Коллектив у нас очень хороший. Ну, такие все девчонки дружные, вот, взаимозаменяемость. Обращаясь к собравшимся, Валерий Венцель поблагодарил коллектив амбулатории за труд и озвучил некоторые планы по благоустройству поселения. В ближайшее время, это конец августа, начало сентября, мы на территории поселка сделаем хорошую, большую детскую игровую площадку. Мы уже такое решение приняли, и нас поддержал губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. Затем руководитель муниципалитета познакомился с реализацией проекта развития застроенных территорий «Центр-1». В настоящее время застройщикам ведется активная подготовка помещений в новом доме, где в будущем разместится детское отделение амбулатории. И не только оно. Одновременно с посещением новых помещений, которые готовятся для передачи амбулатории, во время обхода посетили и другие помещения, в которые в ближайшее время, к концу этого года, из ветхого здания администрации переедет не только сама администрация, но переедет и почта, что позволит существенно расширить почтовое отделение, увеличив класс обслуживания существующего 4-го. Соответственно, улучшится обслуживание и качество населения, исчезнут полностью очереди. Также Валерий Венцель посетил центральный тепловой пункт поселка Володарского. Генеральный директор Видновского ПТО ГХ Александр Митрякин доложил, что все готово к началу отопительного сезона и озвучил планы по развитию объекта. Поэтапный переход на газ. Вот в этом году мы платим по договору техприза за газ, собственно говоря, за подключение. И потом поэтапное наращивание мощностей этой, собственно, котельной уже с постройкой последующих модулей. В сельском поселении Молоковское визит главы также начался с приятного момента. Здесь он тоже вручил юбилейные медали медикам местной амбулатории. Мы понимаем, что здесь работают те, кто проживает на территории, сюда приходят получать услуги наши жители, поэтому мы, как и прежде, готовы оказывать любую помощь. После награждения Валерий Венцель осмотрел ряд объектов инфраструктуры поселения, пообщался с жителями. В сельском поселении Молоково главной проблемой продолжает оставаться вопрос несанкционированных свалок мусора. Глава поручил ответственным службам выявлять нарушителей и применять к ним меры административного воздействия. Если человек приходит туда, как бы вот с нами общается, то получается, он в курсе всех событий, он живет этой жизнью. Работая в контакте с населением, значит, это отлично, потому что без этого никак нельзя быть. Диалог власти с населением и личный осмотр территории занимают главное место в работе главы муниципалитета. В ходе посещения территории озвучивается много вопросов, все они берутся на контроль и решаются администрацией и ответственными службами. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.